И снова здравствуйте. Короче, хочу вот такие глаза. Все сделал, тише. Нельзя как сделать. Выключила музыку. Сейчас сделаю себе чуточку красивее и буду с вами разговаривать. Все. Короче, с чего мы расстались? Вчера, на самом деле, да, мы помирились, всю неделю у нас было все прекрасно, все было круто, ништяк, здорово, нашли кольцо, свадьба, все дела, там разговор о свадьбе. И вчера мне девушка, с которой он переписывался на протяжении 2 недель, отправила скрины их общения. И я узнала о том, что. Много очень интересного я узнала, на самом деле. У меня все хорошо. Все прекрасно. Алин, сложно на ДД. Пожалела, что пошла туда вообще. Ну да, вообще сложновато на самом деле. Сложновато. У меня так много веснушек появилось. Поэтому, короче, я ставлю фильтр, чтобы не было моих веснушек, видать. Ва! Так скажи что-нибудь насчет переписки. Что вам сказать? Просто девочка, с которой он переписывался, прислала мне все их переписки о его безумной любви, о том, что он хочет семью, детей и все остальное. Как-то так. Нет, мы не вместе. Домой не собираешься? Да даже если бы собиралась. Не могу пока никуда уехать, потому что... О, границы! Какое кольцо на пальце? Вы слепые или что? У меня нету никакого кольца на пальце. Ну так это же было, пока вы были не вместе, а сейчас он уже любит тебя, хочет быть... Ну, слушайте, когда человек днем любит одну, а вечером любит другую, для меня это как-то немного странно. Таким образом, обесценивается слово «люблю». Хотя нет, стоп. Никита писал в переписке о том, что... Ты не думаешь, что мы обесцениваем слова любви? Нет, мне показалось. Я безумно тебя люблю. Ну, для меня это немного странновато, когда человек говорит девушке, которую ни разу не видел, а потом тут же говорит об этом мне. Не странно, да? Так скажем. Блин, ну вы же решили, что переписки стать в прошлом. Ну, решить-то решили, но я же не думала, что там настолько все серьезно. Мне это неприятно, когда человек говорит мне о том, что... Это когда, в принципе, в целом человек говорит все то же самое мне и то же самое пишет другой девушке, которую вообще, в принципе, ни разу не видел. На самом деле, я желаю ему счастья, здоровья, любви и все. Он хороший, но, видимо, нам не по пути. С кем? С тобой, семьей? Нет, не со мной. Это не фотошоп, он сам в этом во всем признался потом. Может быть, он просто пытался таким образом забыть тебя, но так и не получилось. Не знаю, что.
Ой, ну дай же расставаться сама с Максимом, общалась на всю страну, так одна останешься, нет? Одна я точно не останусь. С Максимом я общалась совершенно в другом контексте, нежели люблю и хочу семью, детей. Поэтому не давайте не будем сравнивать. Привет. Дропсет, что тебе надо? Вот иногда читаю комментарии и думаю, как можно быть настолько неадекватными людьми? Есть такие люди, для которых слово «люблю» вообще ничего не значит. Ну, видимо, да. Никита что мне говорит в оправдании? Ничего. Говорит, что он почувствовал эйфорию от общения с ней, что она дала ему какую-то там поддержку. Ну, как я поняла, поддержка — это ее бабки. Квартира, машина, что там она там, не знаю, что еще. Короче, все это вы увидите в эфире. Все. Я не знала, что будет в этой переписке. Поверьте, я не думала, что человек будет говорить о том, что любит и хочет семью. Милые, милые, да. На самом деле, эта неделя была прекрасная. Мы не ругались, но все было прекрасно. И моментами я думала, где подвох. Вот и подвох внезапно подкрался. Это как мой бывший назвал меня «Солнце», сейчас на их сторис зовет ее идентично, смешно наблюдать. Ну да, смешно читать в переписках, как он называет другую, хотя так называл меня. Там были слова о любви. Зарина, ты разве не видела? Кольцо, да, кольцо мы нашли. Глаза горят на тебя. Господи, у него также горели глаза, когда он с ней по телефону разговаривал. Давайте не будем. Ой. Ой. Я уже ничего не чувствую, если честно, на самом деле. В данный момент я полностью пустая. Так, дай у меня фильтр, короче. Больше не состригаю волосы, тебе длинные лучше. Не знаю, пока мне нравится такая моя стрижка. Мне нравится Корея. Слушала новую песню, Радик, нет еще. Что за песня? Он про тебя ничего плохого не говорит, а ты прям кайфуешь его обгадить. А в чем я сейчас обгадила? Извините меня. Что я сейчас сказала плохого про него? Про его переписки или что? Или то, что я желаю ему счастья? Где я его обгадила, не знаю. Пиздец. Незаметно, как говорится, да. Я вчера так же сказала. Что за девушка, я не знаю. Что за девушка? Знаю, что она обеспеченная, старше его на 1 год. Вот. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, на самом деле, как говорят, что с 1 июня откроют границы. Кто-нибудь вообще знает какую-нибудь информацию? Когда мы сможем летать? Когда? Потому что я уже хочу пойти на выходные и хочу скорее приехать. Отдохнуть, увидеться с родными. Хочу отдохнуть. Я не знаю, наверное, просто ничего не выкладывает. Сережа нет. Сережа
мне не нравится как мужчина, мне он нравится как человек. Скажи ему, что сможешь его содержать. Зачем я должна ему говорить, что я могу его содержать? Это та девушка, я готова была содержать. Я содержать мужчину не готова. Простите. Ты выставляла в историю фотку одной девушки. Это она? Какой девушки? Я ничего не выставляла. Подари ему дорогие часы Rolex, и он твой. Нет, никому ничего не буду дарить. Пусть дарит другие. Ведущие хотя бы за эту тему на тебя не накидываются? Нет, не накидываются. ССЛ улетели на экстренном рейсе. Вот. Им на самом деле очень сильно повезло, что они улетели. Но как они прилетят в Москву, они также будут сидеть на карантине 2 недели. Вот и все. У тебя перманент броней. 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 Да, у меня перманент броней. Бровей. Но сейчас у меня еще не подкрашены карандашом. Несколько дней назад, типа, как вам эта девушка? Что девушка? Не поняла. А где кольцо сейчас? Вот здесь. Ты с Моргенштейном? Нет. У меня свои губки. Чем занимаешься? Да ничем. Живу. Ходила. Загорала. Там разговаривала с Майей. Сейчас пришла с душа и валяюсь. Юлька и Женя? Нет, они не вместе. Какими духами пользуешься? Пользуюсь какими духами? Сейчас вам покажу. Конечно, это у меня не все, но сейчас покажу. Так, так, так. Это первые. Короче, вчера купила. Но это не духи, это больше как туалетная водичка, наверное. Это вот мы вчера купили с Никитой на двоих, но я так думаю. Короче, мне эти, это на самом деле мужской парфюм, но он мне дико нравится. Потом вот эти. И вот эти. Ой. Все остальные у меня остались почему-то. Все остальные у меня остались в Москве. Кто Альфонс, не поняла. Сильно не резкий стаж, по-моему, Никита. Да, я, наверное, уже переплакала. Поэтому сейчас я уже более спокойно ко всему отношусь. Тебе вроде Олег тоже кольцо дарил. Где это колечко? На дыры-дыры вроде. Это колечко у меня потеряно. Я давно уже подарила. Ой, потеряла его. Показать вид из окошка? Вот. Вот мой вид из окошка. Та-та-ра-та-там! Прыщи? Конечно же, были у меня прыщи на лице. И они до сих пор мне иногда выходят. Но это на самом деле зависит от правильного питания, климата и гормонов. Вот. Если он ради денег признается в любви, значит, Альфонс. Ну почему ради денег? Кто сказал, что ради денег? Она дала ему поддержку, веру, заботу. Вот и любовь. На самом деле, давайте не будем это осуждать. Это его жизнь. И все. Кольцо, да, кольцо мы нашли. Вот оно. ССЛ улетели, да. Сколько у нас градусов, даже я не знаю, если честно. Остался какой-нибудь подарок от Радика? Да, остался. В Йешкар-Оле тоже была 1000 раз. Почему мы расстались в двух словах? Потому что я вчера прочитала все переписки с его девушкой, с которой он общался во время нашего расставания. Узнала о том, что человек говорит слова любви днем, а вечером соединяется со мной. Вот.
Есть продукты, которые ты не ешь. Есть. Я не ем печень. Что я еще не ем? Не ем вареный и жареный лук. Не ем свеклу. Остальное все вроде как ем. Моей маме 44. Нет, не вместе мы. Как назову дочку или сына, вы узнаете, когда у меня будет дочка и сын. Пока не расскажу. Много кушаешь за день? Сегодня вообще ничего не кушала. Интересно, жалеет он о том, что правда раскрылась? Я думаю, что жалеет по той причине, что теперь ни туда вернуться нельзя, ни сюда, и не знает, что делать. Короче, не знаю. Так это было время расставания. Ну, девочки, давайте поразмышляем так. Когда вы расстаетесь с парнем, который делал вам предложение, и на вторую неделю, как вы расстались, он говорит слова любви другой девушке, которую я ни разу не видел. Интересно, как бы вы отреагировали? Когда откроют границы, ты останешься на проекте, потому что я пока не знаю, честно. Нет, сейчас реснички у меня немножко подклеены. Нравится кто-нибудь на проекте, по-моему, Никита? Нет. Скажи, пожалуйста, как ты пережила расставание с Радиком, как справилась с болью, сколько времени понадобилось на восстановление? 1,5 года. Первые месяцы мне было дико плохо, и я, можно сказать, там, ходила к психологу, пила антидепрессанты. Короче, мне было плохо. Но через 1,5 года стало. Короче, с каждым месяцем было все легче и легче. Может, он так проецировал свои эмоции к тебе на нее? Очевидно же, что нельзя любить без личной встречи клиника. Просто один быть не может. Просто один быть не может. Как гонюшка, только одной, то в другой бегает. Ну, кстати, сегодня тоже такое мнение было. Что, возможно, типа он все чувства, которые ко мне говорил, я не знаю я. Мне это не понять. Может, он специально не удалял переписки, чтобы ты поняла, что за ним бегала там. А при чем тут его переписки? Мне девочка это прислала переписки, а не он. У вас просто самая сильная любовь на этом проекте. Ни у кого нет таких отношений. Именно поэтому у вас американские горки. Не знаю. Чем ухаживаю за кожей? Да ничем, если честно. Не отвечаешь про образование, у тебя его нет. У меня есть образование Казанский федеральный университет. Финансовый, экономический факультет. Нет, губы. Хватит мне про губы задавать. Как вы думаете, где я на Сейшелах могу накачать себе губы? Вот где? Объясните мне, пожалуйста. Если мы тут элементарно не можем сделать эпиляцию, и в каком мы вообще виде ходим? Вы смеетесь? Где я могу здесь накачать губы? Перестаньте, пожалуйста, мне задавать эти вопросы. Вы достали спрашивать меня про губы. Еще раз повторяю. Я губы не качала. У меня свои. Что на руке? Это мехенди. Уже выцветает. Посоветую 1+1, потом сладкий ноябрь, потом какой еще? Да, короче, на самом деле и так и не вспомню. Мотылек тоже классный фильм. Потом, честно, не помню. Сейчас, кстати, посоветуют посмотреть платформу, что ли, называется фильм. Говорят, что прикольный. Можно посмотреть.
почему ты не снимешь кольцо, не отдашь его Никите, если считаешь, что вам уже не по пути? А ты все подарки отдаешь своим бывшим? Давай тогда не про губы, а про Никиту. Давайте да, не про губы и не про Никиту. Как относишься к Хибарову? Нормально отношусь. Как я должна к нему относиться? Тебе всегда нравились парни ниже тебя, а кто ниже меня? У меня всегда мои парни и мужчины были выше, чем я. Ни разу не было того, кто ниже. Что значит назло переписывалась? Он взрослый мужик, если переписывал, значит хотел. Такие вещи назло не делают. Определенно согласна с вами. Я весы, да. Только вот по телеку всегда выставляли, что Алина, сука, оказывает все наоборот. Ну, я же вам пыталась об этом говорить. Смотрела «Королек, птичка, певчая». О, да! Вот еще мой любимый фильм детства. Точно. «Королек, птичка, певчая». Я, кстати, когда была мелкая, у нас в школе было такое, что типа после каждого лета мы писали сочинение эссе, как мы провели лето, книжку прочитали. И вот я написала про «Короля, птичка, певчая» таким образом, что я просто... Вот раньше же были видеокассеты, и там было, ну, знаешь, вкратце написано, о чем фильм. И я оттуда все списала, и мне поставили 5-5 за мое сочинение. Когда будет выйти мой новый клип? Я не знаю, когда не мой выйдет новый клип. Мне 25. Ты водишь машину? Ну, вообще у меня права есть, на данный момент не вожу, потому что у меня нет машины и нет возможности кататься на машине. В каком году закончила КФУ? О, года 3 назад, наверное, не помню. Казанка, Шанхай, откуда я знаю, когда я буду в Казани? Я не знаю, куда границы откроют. Когда я буду в Казани, тоже не знаю. Ты встречалась с парнями младше тебя? Нет, не встречалась. Любой парень, кто сделал предложение, получил такую реакцию, как от тебя, если не нашел бы другую, это говорит о ее сильных чувствах, и твоя реакция убила. Ясно, понятно. Кольцо подарил подарок от кольца, с которым он тебе дал предложение. Если девушка не принимает предложение, она дает кольцо. А давайте я сама решу, что мне делать, окей? Данила Козловский, да, красивый. Александр Петров, это кто? Что-то знакомое, но не могу припомнить. Сколько месяцев на островах? Уже, кстати, скоро будет 3 месяца, как я здесь. Офигеть. Офигеть, так долго. Алина, сегодня вы танцевали с Никитой, это было просто супер. Ну, сейчас еще недельку, там будут нормальные эфиры. Позитивные, милые, все там хорошо, все классно, ну, а потом, как обычно, счастье недолго было. С Рублевки, чувак. А, это который еще играл главный герой из фильма «Лед», да? Блин, вот я его тоже обожаю, если честно. Обожаю смотреть фильмы, где снимается он. Безумно красивая. Ой, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Смотрела «Великолепный век», «Империя КСМ»? Нет. Что-то я, знаете, я даже уже «Великолепный век» последней серии не смотрела, потому что там все одно и то же. И вот. На-на-на. В какой комнате на вилле вы живете? Я живу на нижней комнате. Точнее, на нижней, в нижней. А еще у меня было слив щечки. Смотрела «Лед 2»? Да, смотрела и дико плакала. «Дневники вампира» тоже смотрела, да. И «Черную любовь» смотрела, да. Любимый сериал детства какой? «Клон». Игорь, вчера или сегодня сказал в эфире, что вы помирились, это хорошо, но через неделю останете как воду в людей. В жизни так бывает. Ты сама себе нравишься? Нет, не нравлюсь. Нет, но нравится. Нравлюсь, но моментами не нравлюсь. Пельмешки вкусные были, да. Я живу сейчас одна.
Стал бы вам общать. А кто это? Кто это? Спой это торчай. Настасина. Лучшее предложение, тоже фильм хороший. Надо посмотреть. Купино живут наверху. Где Марина? Кто ушел из номинантов? Смотрите. Ай, класс, сердце. Смотрите. Эфиры. Какой твой рост? Не знаю. Пьешь алкоголь? Пью. Татарский уже плохо разговаривает, на самом деле. Пирог или торт? Ай. Пирог. Торты я не особо люблю. «Игра престолов» я уже смотрела, да, но не досмотрела. У меня осталось еще, по-моему, полтора сезона посмотреть. По гороскопу я весы. Что думаешь о брекетах? О, брекеты мне необходимы, если честно. У меня надо поставить брекеты. Потому что нижние разъезжаются из-за восьмерок. Еще надо удалить зубы, но я боюсь. Похоже сейчас на Яну Шафееву. Да вы задрали уже, я похожа сама на себя. Телефон у нас забирают всегда. С утра. Раздают в обед и ночью. Столы, буфт. Ну, сейчас уже нет, не общаюсь. Блин, я вообще уже почти ни с кем не общаюсь. Вообще ни с кем не общаюсь. Даже как-то обидненько, что ли. На Байкале нет, не была. А еще, кстати, после, помните, наверное, всем тот момент, когда у меня был синяк здесь под глазом. Теперь я заметила, что когда, короче, зеваю, у меня какое-то тут вот непонятное чувство происходит в глазу. У тебя сбывалось когда-нибудь гадание, предсказание, да, сбывалось? Сбывалось. К барышу я параллельно отношусь. Короче, ладно, пойду-ка я посмотрю фильмы. Нет, нас невкусно кормят. Что-то мне последнее время не очень нравится то, как меня кормят, поэтому я жарю картошку, лук с уксусом, ну и все остальное, все, что есть. Он же правда гей? Не знаю, я свечку не держала. Поэтому ничего сказать не могу. Любимое блюдо – манты. Да. Блин, сейчас бы покушать манты, но мантов нету. И мясо здесь не очень вкусное. Любишь массаж? Обожаю просто. Кулуарно. Кулуарно? Спасибо большое. Буду знать. Я не знаю, что он ей обещал. А что за лакомство лук с уксусом? Ой, обожаю. Попробуйте, и вам тоже понравится. Красивые реснички, спасибо. Салям аторам. О, Льюшка, привет. Как ты? Как твои дела? Какое мясо любишь? Я люблю баранину на косточке. Я вообще люблю все с косточками. Не люблю мякоть. Люблю косточки. Счастья тебе, все будет хорошо. Аминь. Сама себе готовишь? Ну, в последнее время, да, сама себе готовлю, потому что то, что готовят на кухне, и не очень нравится. Привет, как дела? Все хорошо. С кем он переспал? Я так и не поняла, ни с кем он не переспал. Но была бы возможность, он бы переспал. Была в Греции? Нет, не была. Должна. Больше не помню я, ничего не помню. Честно, я не помню слова. Не вздумай ходить с проекта, мы тебя очень любим. И я вас очень сильно люблю. Но жизнь такая непредсказуемая штука, что мы поживем и увидим, что будет дальше. Давай приезжайте, мантов наделаю. Ой, дорогая, если бы я могла, я бы приехала прямо сейчас. Я сейчас бы приехала бы к тебе. Нет, у меня музыкального образования нету. Была в Чебоксарах? Да, была. Была. Алина, привет. Привет. Короче, все хочу выйти, не могу. Когда с вами будет с Никитой? Никогда. С кем Никита общался, что тебя так обидело?
ты не наращиваешь волосы? Нет, никогда не наращивала волосы и не хочу. О, песня, кстати, огонь. Да, прикольная песня. У тебя вел Иван Николаевич Михайлов? Что-то я не помню такого, честно. Там, тупанация, я татарка. Татарка, татарка, когда в Москву? Дорогие мои, если бы я знала, когда я полечу в Москву, я бы сказала, так я не знаю. Ешь свинину, ем. Ем я свинину. Но не всегда. Ем обычно шашлык из свинины, но не всегда. Сколько весишь, не знаю. Такие красивые губы. Спасибо, Фан. 25 мне годиков. 25. 25, баба ягодка. Опять. Есть тату. Есть вот тату, раз. И тату вот здесь есть еще. Да, есть тату. Ты из третьей гимназии? В третьей гимназии, да, я училась. Кто автор этой песни? Ты еще дальше, да? Тетя, я не помню. Но все права выкупил бренд Элвин Грей. Ой, так и знала, что сейчас начнутся вопросы. Ты же татарка, как ты же ешь свинину? Да какая ты мусульманка? Вот такая вот. Вильдан, наверное, уже 22 или 23. Если не научись этому противостоять, всему не ждать мгновенной реакции и обижаться сразу, тогда действительно не миритесь. Все равно опять разойдетесь. Делала ли ты пластику? Да, делала. Вообще, на самом деле, это не моя внешность. Все у меня. А глаза не свои, нос не свой, губы не свои, зубы не свои, брови не свои, волосы не свои, все не свое. Спать мы ложимся обычно когда как. Бывает в 2... Бывает в 3, бывает в 5. Диеты нет, никакой не придерживаюсь. Была я в Ишкарале, была. Приезжай на встречу выпускников, а когда это будет? Днем можно.